Поправки позволят сократить стоимость проезда. Предполагается, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, да, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая. Они вместе кроме или этого, как это? Причин, нет, для семьи, который должен уехать с пассажиром, кошмар, для возврата денег потребуется там в этом случае предъявить подтверждающие документы. Также сдать билет можно будет из-за отмены или задержки поезда. Глава Фейсбука пообещал сделать все возможное для защиты личных данных пользователей. В интервью CNN Марк Цукерберг прокомментировал скандал вокруг британской фирмы Cambridge Analytica, которая, по данным газеты New York Times, удалось собрать конфиденциальную информацию более чем на 50 миллионов пользователей США. И все понеслось. По Цукербергу, это было серьезное нарушение доверия, но он отметил, что основная ответственность по защите там, считай, именно на компании. 3, 5, и там 7, вот это 8. США сотрудника ЗАГС вернул владельцу выигрышный лотерейный билет. В штате Канзас мужчина спешил домой, чтобы посмотреть баскетбольный матч любимой команды. Он остановился на заправке и заодно быстро проверил купленные лотерейные билеты. Один из документов казался счастливым, однако американец... 20! 21, 22, 23! Бензовоз сейчас смотрит. 23! Сейчас посмотрим еще эту походу. Счастье есть. Его не может быть. 24, 25, 26, 26. Вот почему так долго едем. 27. 27 машин. Срок проехали. Ой, бля, вот это да.